Всем доброго времени суток. Сегодня будет видео о том, как купить токены KSM и вывести их на свой кошелек polkadot.js. Это нам необходимо для того, чтобы поучаствовать в парачейнах Kusama. С главной страницы своего аккаунта на KuCoin мы заходим в вкладочку Assets. Заходим в трейдинг аккаунт. Здесь видим, что у меня есть USDT, за который я сейчас и буду приобретать 0.2 токена Kusama. Для того, чтобы перейти к покупке, нам нужно перейти на вкладку Trade, Spot Trading, то есть спотовая торговля, где вы можете покупать либо же продавать по ордерам, лимиткам, либо по маркету. А здесь, если вам удобно, вы можете переключиться на русский язык, и все слова у вас будут, соответственно, на русском. Но мне привычнее на биржах работать с английским, поэтому у меня профиль на английском языке и интерфейс. Так, дальше. Возле логотипа KuCoin в верхнем левом углу мы можем найти вкладочку поиска и здесь вбить токены, которые нам нужны. В моем случае это KSM, токен Kusama. И можем видеть, что торгуются они на KuCoin в паре. Всего лишь это две пары есть. KSM к USDT, за которые я собираюсь их покупать, и KSM к битку. Выбираем KSM USDT. Актуальная стоимость сейчас $233. Для покупки я поставлю лимитку, либо же вы можете приобрести просто по маркету. Мне необходимо 0.2 токена KSM. Поставим немножко выше цену, чтобы ордер исполнился. Нажимаем «Купить». Мы можем увидеть, что наш ордер успешно добавлен и ждем, пока он исполнится. Слышим такой приятный звук, и это значит, что наш ордер исполнился. Для того, чтобы посмотреть, заходим в Order History и можем увидеть, что наши 0.2 токена KSM куплено по цене 233.2 за один токен. А во вкладочке Trade History мы можем увидеть, что мы потратили на эту покупку $46.64. После того, как мы приобрели наши токены Kusama, мы можем перейти в вкладочку Assets Trading Account и здесь увидеть наши токены KSM. А для того, чтобы их вывести, нам нужно в первую очередь перевести с Trading Account в Main Account. Для этого нажимаем кнопочку Transfer с трейдинга в main аккаунт. Kusama максимальное количество, столько у нас есть. Все, подтверждаем. Переходим в главный аккаунт и смотрим, что наши KSM теперь появились в главном аккаунте. Теперь с главного аккаунта мы можем их вывести.